Федор Емельяненко отправил в нокаут американца Фрэнка Мира на 48-й секунде поединка на турнире «Беллатор». Он проходит в штате Иллинойс. Соперники встретились в четвертьфинале. Для российского тяжеловеса поединок стал первым с июня прошлого года. Тогда Емельяненко уже в первом раунде проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриану. Сегодня бой тоже закончился в первом раунде, но в нокауте оказался соперник россиянина. Точный удар нашего спортсмена заставил Мира упасть на настил, и там Емельяненко его добил. В полуфинале «Последний император», это прозвище 41-летнего российского бойца, встретится со своим ровесником из США Чейлом Сонином. Левым попал.